Лидер группы «Машина времени» рассказал в Фейсбуке, как в 2019 году новый министр культуры Ольга Любимова отказала в финансировании фильма, приуроченного к 50-летию группы. Музыкантам пришла идея создать киноальманах из нескольких короткометражек по мотивам песен «Машины времени». Поучаствовать в проекте согласились известные режиссеры, в том числе Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, Александр Митта. Идея понравилась и министру культуры Владимиру Мединскому, и руководству департамента по общественным проектам при президенте. Но Любимова, руководившая департаментом по кинематографу, отказала в финансировании. По словам Андрея Макаревича, те, кто присутствовал на заседании, когда принималось решение, слышал, как Любимова назвала «Машину времени» врагами. Напоминаем, что личность нового министра культуры начали бурно обсуждать из-за ее признаний в нелюбви к культуре в живом журнале и футболке с нецензурной надписью. А как вы относитесь к новому министру?